60 лет назад в маленьком ливерпульском клубе еще никому неизвестный Леннон, Маккартни и Харрисон дали свой первый концерт. Тогда еще ливерпульская четверка не была в полном составе, но этот день их первого выступления можно считать днем рождения Битлз. В честь этой даты наш обозреватель Виктор Синёк сам взял в руки гитару и встретился с теми, кто так же, как и миллионы во всем мире, жил и живет Битлами. Все люди как люди, а они Битлзы. Даже если для того, чтобы приблизиться к этому образу, надо напяливать на голову чулки и парик, долго расчесывать друг другу искусственные волосы и часами отрабатывать до мелочей битловские движения. Музыканты кавер-группы «Битлов» посвящают копированию старых песенок свою молодость. Потратили кучу денег на аутентичные инструменты, научились также петь. Даже в интервью шутят, как битлы. Ну, почти. We want Ringo! We want Ringo! Да-да-да. Великовозрастные, седовласые битломаны подходят к нам и говорят: ребята, мы выросли на ваших песнях.